funziona. Опять площадь, как всегда, но одним словом, очень красиво и впечатляюще. Это внутри пансиона. Как муравьи. По сравнению. Статуи какие, мрамор везде, разноцветный. И пол тоже. Все с мрамора. Вся палета цветов. Пантеон с другой стороны. И уже не такой пышный, что спереди. Перейдем к знаменительному римскому фонтану. Okay.
костел. Плаза Игнация, Святого Игнация Плаца. Это старинный костел. Знаменитый фонтан Рома. Турбутерины. Знаменитый римский фонтан. Большущий фонтан. Но металлический забор вокруг. Не пускает. Все деньги бросают, чтобы вернуться в дом. Если две монетки бросишь, поженишься. Если три, разведешься. Ну вот другая площадь. Плаза Мигнанелли. Опять все красивые старинные дома. Обязательно какой-то большой красивый памятник. И сувениры, 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 сувениры. Каждый шаг, на каждом шагу уже начинает надоедать. Красиво. Вот там, кажется, да, там испанская амбассада. Ну, а здесь знаменитые испанские ступени. Чего они знаменитые? И все в скафолде. Полно туристов. Good luck, Alberto. Good luck for family. Thank you very much. Welcome, Roman.